География считается, как бы, с одной стороны, простой наукой, с другой стороны, география всегда идет рядом с человечеством, с развитием человечества, во многом способствует ему, если мы вспомним вообще первичные знания о строении Земли, эпоху великих географических открытий, также вспомним великих наших географов, как отечественных, так и зарубежных, которые стояли на развитии страны, например, Колосовский, Баранский, там вспомним военную географию Снесарева, вспомним даже того же Николая Николаевича Дроздова, который является учебником по биогеографии. География всегда шла рядом. География – большая наука. Многие науки, которые считаются отдельными, вышли из географии, например, регионалистика, геополитика. География окружает полностью нашу жизнь. Всегда мы задаемся вопросом, где, куда, зачем. А география, помимо этих вопросов, сегодня отвечает, что будет, как это будет и когда это будет. И подтверждение тому – этот географический диктант и эти люди, которые пришли сегодня вспомнить о географии, вспомнить о России и написать этот географический диктант.